Moskvada Azərbaycanlı iş adamlarına məxsus Food City ticarət mərkəzi erməni tədarükçülərdə məhsul alışını dayandırdı. Problemi həll etmək üçün Ermənistanın konsulu və diaspor rəhbəri bazara gələrək oranın rəhbərləri ilə görüşmək istəyib, lakin bazarın sahibləri erməni nümayəndələrini qəbul etmədən kabinetdən qovublar. А вы незаконно хотели, что за, какие вопросы задавали? Уважаемый, у нас, вы с посольства Армении, да, правильно? Да. У нас все согласовывается, руководство сначала. Потом вам дают аккредитацию, потом вы снимаете что-то здесь. Мне незаконно или хотели снять, провокацию устроить. Все, давайте. Давайте выгоняйтесь за территорию. Давайте. Слушай, ты дом придержи, да? Давайте. Ты веди себя нормально. Давайте выгоняйте их отсюда. Выйдя не тебя. Дом веди. Давай быстро за территорию. За территорию быстро. Yeah.